Мы зашли в одно из немногочисленных кафе на набережной, и цены здесь, мягко говоря, не самые низкие. Так, у нас тут сок стоит 14 реалов, 1 реал это примерно 20 русских рублей. Поэтому можно, в принципе, посчитать, сколько он здесь стоит. Салат 25 реалов. 25 умножим на 20, получим цену в рублях. Конечно же, газировка, Кока-Кола. Итак, друзья, мы с вами находимся на Суква Киев. Это древний рынок, находящийся в самом центре Дохи. Здесь мало что можно купить, если честно. В основном товары, которые здесь продаются, не представляют никакого интереса. Но восточный колорит чувствуется.